Да вы что, вопрос такие задаете? Давайте дальше. Что это подстава? Давайте не давите на меня. Колобок. А правда надо говорить? Онегин. Евгений Онегин. Вот это вам. Я-то думал, что это про волейбол будет. Евгений Онегин. Евгений Онегин. 90 минут, секунд на 60. Подождите. Я же сказал, подожди. 6 на 9. 54. Ну, 540. Ой. 5-100. Нет, 5-200. 5-400. Крепостное право, знаю, когда отменили. 61 или 64 год, Александр II. Не помню, 61 или 1800. 1861. Ну, понятия не имею. Он тупой. Да вы что-нибудь другое спросите, не про историю. Он тупой. Наполеон. У меня жена просто кондитер, я поэтому разбираюсь. Наполеон, конечно, Бонапарт. Но я не поэтому толстый, я его сладко не люблю. Тоже это запишите. Это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Это геометрия, 5 класс. 7. Китай, конечно же. И у меня так было. Но теперь у меня 3. Понимаете, в Китае и у меня. Но теперь... Следующий вопрос. Минута в запасе. В каком году произошло крещение Руси? Следующий вопрос. Крещение Руси. Ну это вообще сложно, на самом деле. Не вспомню даже, наверное. 988. Собак на сене? Тут в двух словах и не скажешь, у нас эфир короткий. Давайте к следующему вопросу перейдем. Лермонтов? Короче, с крещением, да, я провожу так? Угу.